С нами команда «Титан», «Лиларча». Почему ко мне никто не хотел подходить и давать интервью? Что там происходит у вас в раздевалке? Переговорить, настроиться больше, потому что тот судейский состав, который сидит там на калитке, почему-то отменяет голы, сами не могут настроить табло, может, не знаю, денег не хватает. Но в любом случае мы хотели настроиться, и нам нужно выходить и выигрывать, и выходить в финал. Это для нас очень важно. А я тут при чем? Вы тут ни при чем, мы к вам... Я с ними вообще не общаюсь, я даже к ним не подхожу. Всем передайте, пусть лучше по-нормальному судят, пожалуйста. Ну, давай разберемся вот твоими глазами, как все было? Ну, такое ощущение, что нам подсуживают. Прям два гола просто отменяют, вроде все честные голы. И плюс по нашему удаленному игроку говорят выходить. Он выходит, и после этого через минуту говорят, что гол не засчитывают. Ну, странно. По мне, это очень странная движуха. Ты подходил, разговаривал с судьей? Пытался, и вон гранты ищу, найду, поговорю. Ну, а сейчас надо настраиваться все-таки, да? Мы сейчас полностью настроены на второй период, будем выходить и забирать. Нам ничего не помешает, неотмененные голы, будем забрасывать. И увидимся в финале, надеюсь. Когда будешь с Грантом разбираться, краги снимай только, ладно? А не, зачем нам драки, мы же дипломаты. В любом случае, мы дипломаты, сможем на языке все выяснить. Я видела то, что Никита Филатов снимал уже. Я думала, что сейчас драк начнется. Он поправлял трусы всего лишь, нет, вам показалось. Мы дипломаты по полной программе. Все, желаю удачи, давай беги в раздевалку, да. Да, настроен ужин все-таки.